Сергей Кляда, пресс-секретарь Почты России. Почта России начала доставку паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт, зрителей, фан-айди, паспортов болельщика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Паспорт болельщика – это документ, обязательный для всех зрителей матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и его фотографию. Доставка паспортов болельщика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России будет осуществляться для болельщиков бесплатно с заказной бандеролью первого класса с описью вложения по территории Российской Федерации и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах. Российские болельщики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России могут получить отправление с вложением паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России. Список городов указан на нашем сайте почта.ру. Паспорта болельщика выдаются по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ, удостоверяющий личность, совпадал при оформлении заявки для получения паспорта болельщика и при получении паспорта болельщика. Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fanid.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи. На данный момент открыты центры в 5 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. Вскоре откроются центры в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно. В течение всего периода доставки паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Почта России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.